Всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Forever. Вот он Тревел. И с вами любимые Форевушки Елена и Владимир. Заканчивается март месяц, и у нас сегодня солнечная прекрасная погода, минус 4 градуса. Чего-то. Сегодня начинаем видео возле Дворца спорта «Орленок». Здесь, ребята, находится спортивная школа Олимпийского резерва по фигурному катанию. Мы сегодня не идем кататься на фигурных коньках. Да, ни на каких. Ветер очень сильный, поэтому мы идем с вами опять в магазин. Айда с нами. Айда. Идем мы сегодня с вами в ТРК «Семья», который находится на улице Революции, 13. Ребята, здесь в одном из зданий появился такой новый магазин. Парк К. Здесь торгуют электромобилями. Вам, наверное, не видно, за стеклом стоят электромобили. А, такие шикарные. Прямо при входе в торговый центр «Семья» находится вот такая фотозона. Я считаю, шикарная фотозона. Скорее всего, что-то было сделано ко дню влюбленных. Но уже, правда, март месяц. Будем его фотографироваться? Будешь с крылышками? Какая красота. Да, ну мопед маленько облез, но ничего страшного, зато красиво. Ну и от этого мопеда мы с вами проходим в ТРК «Семья». Здесь у нас эскалаторы, ну все как обычно. Многоэтажный такой торговый центр. В Нью-Йоркере уже тоже развешаны купальники, новая коллекция. Вот такие пеньюары, купальники разных цветов. Сейчас тоже что-нибудь себе посмотрим, выберем. Здесь, кстати, продается отдельно и топы, и низ купальника. Сейчас посмотрим на цены. Вот, допустим, вот такой топик стоит 1899. Это отдельно. И также продается отдельно низ. Низ стоит 999. Новая коллекция купальников. Давайте еще посмотрим, сколько стоит вот этот пеньюар, или как он там называется, золотой, золотого цвета. Так, вот здесь у них цена. Так, открываем. 3499. В общем, 3500 стоит. Также в Нью-Йоркере есть очень много вот таких фиксированных цен. 399, 699. Так что сейчас будем смотреть по вот этим фиксированным ценам товары. Мы с Вовой вот такие цены разглядываем. 399. Здесь вот тоже белье. Кстати, белье красивое. Видите, с блесками есть разное. Есть вот такое леопардовое. В общем, выбор большой, огромный. Тут на манекене новая коллекция. О, кстати, да, смотрите. Плюшевые шортики на девушке. Для нашего лета. Для пермского лета. Для пермского. Ну, кто его знает, может, не только для пермского. Mm-hmm. Такая вот девушка стоит. Ну, так-то прикольный такой материальчик. Сколько стоит, не понятно. Ну, цены, наверное, можно посмотреть где-нибудь вот здесь есть. Вот. Давайте еще посмотрим, что тут есть в этом магазине. Вот такое вот белье есть. Тоже красивое все, с блесками, с разноцветными. Ну вот, все разглядываем. Смотрите, какие стринги есть. Тоже с блестками. Какие? Вот, Вова разобрался, как одевать. Такие стринги, смотрите, тоже с бриллиантами. С бриллиантами. И стоят такие, сейчас я вам покажу, 699 рублей. А дальше у нас отдел с джинсами. Вот здесь цены разные. Вот наверху, смотрите, 1899, 2399. Есть вот там наверху 3,5, 2999. В общем, цены разные всякие. Джинсы красивые есть. Смотрите, какие. Вот с такими блестками. Вот эти, кстати, стоят, сейчас я вам покажу цену, 4699. Но симпатичные, просто черные, просто обычные. В общем, целый огромный отдел. Самый дешевый здесь 1399. На распродаже, можно сказать. С другой стороны, увидели еще цены 699 рублей. Вот джинсики есть. Также здесь вот есть разные такие... Ну, брючки, не брючки, вот такие латексные. Есть просто вот тепленькие. Тоже за 699. Я вот здесь себе выбрала. Смотрите, они стоили 2399. Сейчас они вот сегодня их уценили 699 рублей.
Думаю, померить вот такие себе штанишки. Очень много кармашков, трикотажные. Ну, возьмем примерочную. Также здесь есть множество водолазок всех цветов радуги. Всего лишь по 129 рублей. Думаю, для девочек там, ходить в школу, например, да, вот сейчас весна, вполне себе. Также здесь новая коллекция уже очков солнцезащитных. Примерно посмотрели цены, 1400 стоит средняя цена. Какие 900? Вот по 900 есть. 900. По 600 даже где-то увидела, вот 699, 899. В общем, разные всякие. Можно уже выбирать себе на лето. Леда решила и шапочку примерить за одним. Стоит всего 129 рублей. Да. Просто по распродаже. Почти приберутся. Что бесплатно раздают, да. Их. 129 это вообще не деньги. Mm-hmm. И также, знаете, штанишки померил. Штанишки просто идеальные. Они тянутся во все штанишки стороны. Сели просто как родные. Да. У них кармашки здесь, здесь кармашек. Мне очень нравится. Они как бы с резиночкой. Так что вот так вот, сейчас теперь она и стоит, штанишка. Стоили, кстати, не сколько, 2400, сейчас не 699 рублей. Угу. 700 рублей штанишки, вообще круто, просто круто. Здесь увидели еще, вот смотрите, такие джинсовые рубашки, джинсики разрисованные, 3600 стоят. Есть вот такие джинсики, тоже, видимо, сейчас модные, с ремешком прямо. Ну, а мы уже сделали свои покупки, у нас целый пакет обновок. В общем, дома все покажем. Итак, мы, ребята, зашли в ленту. В ленте множество всяких сканвордов, кроссвордов, просто журналов. И думаете, что мы увидели? Конечно же, мы возьмем бабушкин компот. Это правильные сканворды. Ребята, надо покупать правильные сканворды. Это наша бабушка расширила бизнес. И она теперь еще и выпускает такие вот журнальчики. Кстати, мало здесь... того, что компотик варит. Вот он, кстати. Да, это наша бабушка, она варит компот. Да, еще и печатает сканворды. 20 рецептов от бабушки. Так, возьмем наверное, с компотом. Там есть рецепт компотика. А кто-то еще любит добавку. Бабушкин компот с добавкой. Да, в общем, тоже. Ребята, выбираем мы между двумя журналами. Решили взять с компотом. Угу. Куда ж мы без компота в поезд-то, да, ведь? Там вообще никак не доедешь. Угу. Ну, а мы взяли телегу и что-нибудь посмотрим еще в ленте. Кстати, есть фрукты. Ой, надо купить обязательно вот эту вот питахайю. Снова появилась. 529 рублей по акции. Сейчас возьмем одну штучку дома, будем с вами пробовать. Пробовали в Новый год, но я ее не очень поняла, потому что болела. Очень, ребята, вкусная, такое желтое манго. Стоит сейчас тоже по акции 399 рублей. Сейчас я вам приближу. Вот ценник на манго. Тоже сейчас выберем какой-нибудь поменьше. Нет, лучше пожелтее. Здесь вот есть такие пожелтее, желтенькие. Тоже очень-очень вкусные. Такой вот фрукт рублей на 120, на 130 вытягивает. Мы, ребята, выбираем такое манго, чтобы оно было немного помягче, пожелтее. Вот два нашли таких фрукта, очень даже хорошие. Вот этот, наверное, возьмем. Наш любимый отдел – это с морепродуктами. Сейчас я покажу цены. Есть вот такие кальмары 199 рублей в рассоле. Есть мидии. Мидии стоят вот тоже по 199 рублей. 300 граммов здесь. Осьминожки есть. Осьминоги стоят 329 рублей, 180 грамм. Дальше идут вот всякие мидии. Но мы, вот знаете, как выбираем по принципу, вот все желтые ценники, мы возьмем по красному ценнику. 89 рублей мидии с базиликом в чесночном соусе. Кстати, мы их покупали как-то один раз, очень-очень вкусные. Ну, вот такая даже как закусочка, поезд подойдет. На ужин хорошо, с картошечкой хорошо, да и без картошечки. Есть еще кальмары, покажу вам, 149 рублей. Есть такие вот мидии. Ну, а мы берем... базиликом. Зашли в наш любимый посудный отдел. В общем, разглядываем, чего тут только нет. Разные кокотницы, формы для выпечки. Форм просто огромное количество. Всяких. Мы вам не показывали. Мы тут, слово, ездили когда-то в планету, тоже в ленту и купили.
вот этой фирмы себе кастрюльку казан. Очень шикарный. Мы еще даже не распаковывали дома. Дома потом покажем. Цена была... Вот эта сковородка стоит, допустим, 7994. За 7500 ее можно купить. У нас обошлась кастрюлька. Мы вам потом попозже покажем. Она была 9000, около 9. А мы ее купили за 3 рубля 80 копейку. А как, потом расскажем. Ну а дальше мы подходим, ребята, к такому интересному отделу. О, показывает. Называется «Сезонные товары». Сезонные товары — это у нас вот такие различные вина, крепкие напитки, все к сезону. Сезон, ребята, начинается. Сезон Джим Бима. Ну, тут много всего, конечно. Вино хорошее есть, фонтана испанская. По акции сейчас 799 рублей. Прям и поставки. Ну, а мы с Вовой выбрали тоже свои сезонные товары. Смотрите, мы что успели, урвали. Есть кефирчик по 47 рублей, 50% скидки, но у него очень хороший еще срок. Сегодня у нас какой там, 27-й, 28-й сегодня марта, до 2 апреля он годен, и всего стоит 47 рублей. Фирма Шатли, взяли творожок, тоже по оценке 39 рублей за пачку, тоже 50% скидка. Будем делать сырники, набрали его аж 6 пачек. Ну, пачки маленькие, сами понимаете, сырники мы любим. Набрали булочек, взяли конфеток немножко вот таких попробовать. И у нас вот мидии, ну и, конечно, мы взяли бабушкин компот. Вот такой. Вверх ногами вам показываю. Ну, вы поняли. Айда дальше. Здесь тоже вот такая распродажа. Отдел распродаж. И бытовая техника распродается. И кетчупы, и огурчики есть. Ну, цены примерно такие на огурчики 209. А я увидела по распродаже вот такие доски интересные. Для пиццы есть. Доска для пиццы стоит по акции 699 рублей. Есть разделочная доска. Кстати, вот эта вот большая, хорошая. 379 рублей она будет по акции. Вот. А стоила она 736. Есть чуть поменьше доска. 299 рублей сейчас по акции. Вот такие вот. Ну, у меня есть. У меня есть торцовые доски хорошие. Так что покупать не будем. Ну, а мы уже двигаемся к кассе. Наши покупки. Кстати, здесь есть очень много угля. Скоро начнется сезон шашлыков. Так что мы знаем, куда идти за углем, если что. Также завезли очень много велосипедов. И детские, и взрослые. И самокаты есть. Теннисные ракетки вот там. Сейчас вам покажу быстренько, что тут есть. Кстати, здесь есть для пикников всякие сумочки различные. Вот, тоже быстро показывают. Это тоже для пикника, решетки, сезонные товары. Такой вот отдел. А также в этом отделе я увидела аккумуляторы холода. Кстати, хорошая цена сейчас у них. По 49 рублей вот такие вот. Можно будет взять, можно положить в холодильник, в сумку-холодильник, в поезд. Они, кстати, держат холод где-то примерно сутки. Есть побольше. Побольше стоит 99 рублей. Но они, опять же, будут уже тяжелее. Увидела еще вот такие вот элементы холода, как арбузик. Там, в общем, жидкость, она застывает. И вы можете положить на дно сумки. Тоже будет держать холод. Ценника нету. Подошли тоже к интересному отделу. Смотрите, здесь все уже для плавания, для моря, для морских прогулок. Вот стоит 999. Скидки хорошие сейчас, 40%. И вот жилетики на девочек, на мальчиков. Есть бассейны надувные. Все тут надувное такое. Есть очки, есть шапочки для плавания. Шапочка для плавания 79 рублей стоит. Очки вот примерно 399. Есть, кстати, конечно, за 899. Это с хорошей скидкой. Вот. Мы что-нибудь сейчас возьмем такое вот для плавания. Есть вот нарукавники, есть круги. Ну, цены разные. Есть и за 499, есть и вот по 129. Выбор огромный. Сейчас будем что-нибудь выбирать, ну а потом вам покажем, что же мы все-таки купили. Итак, ребята, мы уже вышли из ТРК «Семья». Замечательно сегодня прогулялись, закупились. Все покупочки покажу вам чуть позже, когда придем домой. Ну
на улице погода настроилась. Сейчас стало гораздо теплее, чем было утром. Сейчас где-то примерно плюс 3 показывает. И а солнышко... утром было минус 4. Да, и солнышко греет уже по-серьезному так. Уже, видишь, и тепло. Уже, знаете, вот сейчас сидим, нам в глаза светит солнце, и чувствуется, что оно просто греет, что как будто бы уже загар прилипает. Так что уже начинаем загорать потихоньку. Ну да. Ну а также, ребята, хотим поблагодарить всех новых подписчиков за то, что к нам подписываетесь, что ставите лайки, что пишете комментарии. Огромное вам спасибо. Особая благодарность людям, которые нас поддерживают материально. Ребята, вам огромное спасибо. Вообще. Мы для вас придумали сюрприз. Тоже сегодня уже покажем этот сюрприз. В общем, благодарим всех и каждого. Ну и сейчас мы уже немножко отдохнем еще и пойдем с вами домой. Встретимся уже дома. Все покажем. Айда к дому. Айда к дому. Итак, ребят, мы уже пришли домой и показываю вам наши покупочки. Купила я себе вот эти вот брючки. В общем, цена очень хорошая. Я уже показывала. Стоили 2,399, а сегодня ими обошлись за 699 рублей. С кармашками, теплые. Сейчас, в общем, в этом магазине Нью-Йоркер, да, распродают зимнюю одежду. Также купила себе шапочку. Пригодится на будущий год. Тоже стоит всего 129 рублей. Вот ее уценили 9 марта. Там всего, кстати, белых оставалось 2 штучки. Вове мы купили вот такой ремешок. Тоже он ему пригодится в поездке на море. Стоит всего 129 рублей. А стоил цена вот 799. С пряжечкой, все как Вова любит. Это Вовина покупка. Еще покажу, вот у меня 2 верха от купальника. Но покупали, ребята, мы вот эти верха где-то в октябре месяце, когда приехали с моря. Что-то мы тоже ходили в магазин, это мы в планету ездили, и чисто случайно тоже нам попали туда. Я забыла вам туда показать, мы что-то не снимали. В общем, за 249 рублей. Я сегодня просто вспомнила, вот тоже, видите, цена была 249, а стоили они изначально 1699. Сейчас покажу вот здесь на этом купальнике. Да, 1699 изначальная цена. Видели сегодня вот эти же верха у них стоят, вот в принципе по такой цене по верхней. Так что надо покупать все вовремя. Мы всегда стараемся брать на распродажах. И вот такой себе купила сегодня кошелечек. Вот такую визитницу блестящую, красивую. Тоже стоила всего 129 рублей. Я не могла пройти мимо. Вот такие у нас сегодня покупочки получились. Также купили вот такой надувной круг. Мы будем на нем купаться в море. И что мы придумали для наших подписчиков? Мы придумали сюрприз. В общем, вот такой большой круг. На нем мы будем открывать плавательный сезон в море. Сезон 2024. И все, кто нам помогает материально, мы всех вас запишем на этом круге, и вы будете открывать сезон 2024 на море вместе с нами. Кто нас смотрит постоянно, знает и видел, что мы покупали вот такие маркеры. Так вот, этими маркерами мы напишем ваши имена на этом круге, и будем вместе с вами открывать сезон. Еще раз хотим сказать огромнейшее спасибо людям, которые помогают нам материально. Вот эти сердечки для вас. Ваши имена будут на вот этом спасательном круге. И мы с вами вместе откроем сезон 2024. Ура! Вот этот спасательный круг обязательно мы самым первым закинем в наш чемодан. Так что, ребята, готовьтесь, мы едем с вами купаться. Ну вот, ребята, я еще обещала вам показать кастрюлю, которую мы приобрели в Ленте. Мы с Вовой как-то ездили. Получилось, что посмотрели по приложению, и там была очень хорошая скидка на вот эту кастрюлю. Стоила она около 9 тысяч, но я вам сейчас чек приложу. Вот, у нас она обошлась за 3 рубля 81 копейка. Почему? Потому что у Вовы были баллы на карте, в общем, 3000 баллов ему подарили, как бы подарочные. Ну и скидка там составляла что-то около 80%. Я считаю, что за 9 тысяч мы бы, конечно, даже не посмотрели на такую кастрюлю. Кастрюля, кстати,
Ну-ка, Вова, подсказывай. Германия. Вова говорит, Германия. Вот. Рондел. Я надеюсь, что она будет хорошая. Мы даже ее, в принципе, не распаковывали, просто времени не было. Покупали мы сколько? Месяц, наверное, назад. Ну, как месяц? Меньше месяца, недели три назад мы покупали эту кастрюлю. И вот сейчас решили, думаю, надо распаковать, все-таки показать и вам. Давайте распакуем вместе с вами. Сейчас я достану ее. Так. Не достается немножко. Опа-опа-опа. Все, почти достала. Вот, смотрите. Она еще в упаковочке у нас. Давайте положу. Это, конечно, не реклама. Ни в коем случае не реклама. Не рекламируем. Просто нам захотелось обновить наш казанчик. Где-то я тут приготовила ножик. Давайте сейчас вскроем ее вместе с вами и посмотрим, что там внутри. Я надеюсь, что она будет хорошая, не бракованная. Так. Все это распаковываем. Маленько пошубуршим. Я думаю, ну ничего страшного. Так, еще надо здесь подрезать ножом. Вот. Итак, момент вскрытия. Угу. Я даже ее открыть не могу. О, все открыла. Кстати, вот этой можно крышкой пользоваться, как сковородочкой. Хорошая, кстати. Яишенку пожарить, там шакшуку. Ну, что-нибудь еще. Вот, тут даже есть паспорт на эту кастрюльку. Ну, это ненужная штучка. Ну, и вот так вот выглядит она внутри. Вот такое дно. Это штучки я убираю, это чтобы крышка, видимо, не трещала при транспортировке. Все, убираю лишнее. Я думаю, плов мы в ней наварим знатный. Так что вот такое у нас еще приобретение. Обновочка, можно сказать, к праздникам прошедшим всем. Спасибо вам огромное, кто старался нам помочь. Опять же, в общем, все это помою. И, наверное, уже в следующем видео мы в этой кастрюльке приготовим, ну, наверное, плов. Какую-нибудь вкусняшку. Какую-нибудь вкусняшку точно. Возможно, картошечку потушим. Вот так вот надо прикрывать. Кстати, ее можно и в духовку поставить, и на индукционную плиту, и на газовую. Но у нас газовая плита. Мне очень нравится. Она такая, не сказать, что тяжелая, не сказать, что легкая. Кому понравилось, ставьте лайкосик. У кого, кстати, есть такая кастрюля вот такой фирмы? Как у вас отзывы о ней? Ждем комментариев. Ждем в комментариях, да, ваши ответы. Ну и давайте готовить вкусный ужин. Сегодня буду готовить рыбу галет. Смотрите, она вот такая розовенькая. Я ее почистила, помыла. У меня 4 рыбки вот таких вот прекрасных. Добавлю к этой рыбке я только приправку. Из Лазаревского. Она содержит хмели сунели, царскую, летнюю, лимонный перец и малахитовую. Сейчас добавлю вот эту приправу к рыбке, добавлю лимонного сока, немного посолю гималайской солью и выложу на подложку из лука. Лук я уже приготовила. Соль у меня будет вот такая гималайская, я ее через мельницу буду пропускать. А так она сама по себе очень крупная, но вкусная. И ей никогда не пересолишь. Рыбку я уложила на луковую подушку. Сверху посыпала солью. Посыпала приправой. Все натерла. И теперь я добавляю лимонный сок. Лимонного сока будет немного. Просто на каждую рыбку я так вот немного покапаю. Также немного добавлю оливкового масла. Ну и все, ставим в духовку. Рыбка в духовке у нас пробудет минут 20-25. Сегодня на ужин будем пробовать питтахайо, драгон фрукт и желтая манго. Правда, мы уже пробовали и то, и другое. Питтахайо я не очень поняла по вкусу, а манго мне очень нравится. Приятного всем аппетита! Наш ужин готов. Вот такая красивая, ароматная рыбка у нас получилась. Мы сейчас будем ужинать. Всем приятного аппетита! Ну и сегодня, наверное, с вами уже попрощаемся. Ребята, впереди нас будет ждать море, так что подписывайтесь к нам на канал, будет интересно, много интереснейших роликов. Ну а на сегодня всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока-пока!